О, Сергей, блин, здравствуйте, я так рад вас видеть, вот моя визиточка, меня зовут Андрей. Мы занимаемся мультиспектральным анализом полей. На данный момент это трендовая технология, и при довольно небольших вложениях и в краткие сроки мы сможем ее завершить. Если мы вас заинтересовали, пожалуйста, нам позвоните, будьте так добры. Что значит мультиспектральные технологии, для кого вообще это делается? Это делается для фермеров, это очень круто, это самый последний тренд в фермерском хозяйстве и технологиях точного земледелия. Что, какие-то фермеры готовы вам за это платить? Конечно, мы провели маркетинговые исследования, они готовы нам за это платить. Объем рынка? Объем рынка порядка 30 миллиардов долларов. И какой часть из него вы готовы? Мы готовы взять на себя 10 миллиардов долларов за один год. Не, ну да. Ты успел осознать?